Как повысить имидж профессии учителя? Факторы, негативно влияющие на педагогическую деятельность, тема заседания экспертной группы в городском филиале партии «Нур-Отан». Какие препятствия в трудовой деятельности чаще всего встречают работники сферы образования? В материале Ксения Куценко. Честно и откровенно о проблемах в работе, а их, по словам участников встречи, накопилось немало. И главное сегодня найти пути для их решения. Все, что каким-то образом соприкасается, влияет на работу образовательной системы, то, что необходимо улучшить, или, допустим, уже лишнее это отпадает. Вот эти вопросы рассматриваются. Все это в помощь учителям, родительской общественности, ну и, конечно, нашим детям. Первый из спорных моментов касается квалификации учителей. Такой экзамен на профессиональную пригодность приходится проходить раз в 5 лет. И он становится для педагогов настоящим испытанием. А ведь лучше открытых уроков и отчетов перед комиссией, говорят, реальные знания, полученные школьниками. Победы на олимпиадах, высокие баллы на ЕНТ, считают учителя. Проверка знаний должна быть, но ее форму проведения необходимо изменить. Можно внести дополнение в правила аттестации, что учителя, имеющие стаж работы там, более 25 лет, имеющие результаты работ, олимпиадных детей и так далее, решением или педагогического совета, или аттестационной комиссии учреждения образования, что у них автоматически аттестация продляется. Это ж не просто так один человек принимает это решение, это принимает весь педагогический коллектив, он знает работу этого педагога не со стороны, не по бумажкам, а на деле. Во многом не согласны североказахстанские педагоги и с системой аттестации школ. Предлагают перенять опыт зарубежных стран, где нет градаций «плохая школа, хорошая школа». Все озвученные предложения члены экспертной группы обещали взять на заметку и донести эти идеи до центрального аппарата партии «Нур-Отан». Ксения Куценко, Жулдызбек Ермуканов. Новости МТРК.